уважаемые радиослушатели, вы слушаете программу «Эра электронной коммерции». В студии Тимофей Бахвалов. Сегодня мы, как обычно, поговорим о последних важных событиях, новостях и тенденциях в сфере электронной коммерции. В последние годы в Китае быстрыми темпами развивается трансграничная электронная коммерция, которая создает все больше возможностей для распространения за границей лекарственных средств традиционной китайской медицины. Глава Совета развития трансграничной электронной торговли при Ассоциации по делам лечения и медикаментов КНР госпожа Джан Жуйцзяо считает, что трансграничная электронная коммерция – это не только результат развития традиционной торговли в эпоху Интернет-плюс, но и реализация средств электронной торговли в процессе импорта и экспорта. Трансграничная электронная коммерция, будучи новой торговой моделью, устранила традиционные межгосударственные барьеры, придала стимул для перехода от международной торговли к торговле.